Всем привет! Это моя вторая часть видео о моих покупочках. Это были рандомные покупки, которые я совершала в разных магазинах, и сейчас расскажу поподробнее обо всех. И начну я, пожалуй, с акции, которая действует в Летуаль и действована до 30 сентября. Там при покупке одного средства с зеленым ценником вы получаете второе в подарок. Но и опять же, второе вы тоже выбираете. Это не обязательно должны быть одинаковые средства. Это может быть туалетная вода, крем, либо шампунь и крем, и туалетная вода. В общем, миксуйте как хотите. Главное условие — одинаковая цена, ну приблизительно. Я думаю, если вы выберете подарок на меньшую стоимость, никто не обидится. И зеленые ценники. Эти товары два должны быть зеленых ценников. И что сделала я? Я выбрала вот такие вот два средства. Это две туалетных воды по 30 мл. Я взяла одну себе, одну сестре. И первая вода — это инжир и розмарин. Вот такая вот. Это, насколько я понимаю, они российского производства, где-то в Москве это делается, срок годности 36 месяцев. Очень и очень вкусно пахнут. У меня они еще упакованы, я ими не пользовалась, потому что вот как-то не успела, поэтому по стойкости я навряд ли вас скоординирую. Тут больше я говорю об акции, которая в Летуаль, и действительно можно купить классные средства, можно купить себе и сделать еще кому-то подарочек. И второй у меня — это зеленый чай и вербена. Тоже прикольный аромат. И вот эти два аромата я купила. Здесь зеленый чай, он так и пахнет больше зеленым чаем. И здесь вот в этом, где у нас инжир, более такой сладкий и интересный запах. Сейчас покажу, как они выглядят внутри. Вот так прикольно они выглядят. У них такой матовый такой бутылечек, очень и неприкольный. Также имеется вот здесь распылитель, как обычно в туалетной воде. Это тоже очень классно. Мне, конечно, очень понравился дизайн. Я люблю голубой такой бирюзовый цвет. Цвет мне тоже понравился, и аромат мне тоже понравился. В общем, и тут и акция, все совпало. И купила очень удобно, 30 мл. Также кинул в сумочку и пошел. И в течение дня можно... Ну, это больше, я считаю, как парфюмированная такая вода. Водичка, навряд ли она продержится долго, но в течение дня добавлять такой легкий, ненавязчивый, прикольный аромат, в принципе, очень хорошо. Я люблю так делать, поэтому я вот купила две вот такие вот малышки. Сестра выберет, который ей нравится, а мне, в принципе, два очень подходят. Поэтому акция действительно очень крутая, особенно если вам что-то нужно, купить два средства по цене одного — это всегда круто. И идем дальше. Два вот таких вот средства у меня от Yves Rocher. Первое — это вот такая вот шампунь, малоразмерка. Этот шампунь мицеллярный, детокс. У меня это такая вот малышка, мне эту малышку дали на пробу, подарили, можно так сказать. Это очищающий мицеллярный шампунь. У меня есть мицеллярный шампунь от Чистой Линии, мне он очень нравится, поэтому эту малышку мне тоже будет интересно попробовать. Запах у нее очень приятный, но по своему действию пока ничего сказать не могу, пока ей не пользовалась. Так что, скорее всего, свое мнение я расскажу именно в пустых баночках. И вот такой вот гель для душа. У меня это африканское какао. Вся у них косметика натуральная, без парабенов, без СЛС. И это очень знаменитые их гели для душа. Стоимость этих гелей где-то в пределах 100 рублей. Очень приятные ароматы, приятная такая консистенция, она не жидкая, она очень и очень приятная, такая кремовая. О данном геле я уже рассказывала в предыдущих видео, где показывала лайфхак, как делать скраб для тела в домашних условиях. И я эти гели очень и очень люблю. Они как прекрасно работают именно в варианте со скрабированием, так и прекрасно работают сами по себе, приятно пахнут. Даже их аромат после душа на теле еще каких-то там минутку-минутку-две держится. И это тоже мне нравится, очень приятно ими пользоваться. Следующее мое приобретение — это приобретение от Faberlic. Я уже когда рассказывала про видео про Faberlic, у меня есть на канале, и там мои супер средства, которыми я пользуюсь. Вот одно из таких средств — это были влажные салфетки для удаления пятен, экспресс помощь. В рекомендациях я оставляла ссылку. Это действительно эффективные салфетки для экспресс удаления с вашей одежды именно пятен, которые вы только что сделали. Прекрасно с этим справляется, и это очень удобно, особенно когда у вас есть дети, либо вы, как я, человек, который в любой момент может на себя что-то пролить или опрокинуть. Вам такие салфетки очень и очень понадобятся, очень классные, присмотрите.
потребительским. Дальше идет вот такая тушь, не буду скрывать, мне эту тушь подарили, чему я несказанно рада, потому что ее очень и очень хвалят, она и удлиняет, и придает пушистость ресничкам, она действительно очень классная. Щеточка здесь пушистая, не буду сейчас открывать, потому что у меня есть туши открытые, а с момента открытия косметика, ну, если даже не написано, я думаю, где-то не больше 6 месяцев. Это, я так понимаю, коллекция с Mary Way, и она действительно классная, и не отпечатывается, и не осыпается. В общем, классная очень тушь, очень рада, что мне ее подарили, и буду с удовольствием, конечно же, ей пользоваться. И вот это вот чудо-средство, о котором я уже упомянула в своем предыдущем видео, где я рассказывала о новинках и покупках. Там я показывала топпер, а это топовое покрытие для ногтей от Эвелин. И сказала, что покажу более лучшее средство, и это оно. Я давно за ним гонялась, и наконец-то оно появилось именно в продаже. Месяца три, наверное, я его ждала. Это топпер от Faberlic, он, конечно, крут. С ним ваш лак продержится долго, ну дня три точно. И дает он покрытие такого, как эффект гель-лака у вас на ногтях. И это очень-очень круто и бомбически смотрится. Очень классно блестит, переливается. И как сушка, работает великолепно. Сохнут ногти за секунду. В общем, это действительно чудо-средство. Если вы любите, как и я, красить ногти разными лаками и в домашних условиях, то вам это средство обязательно пригодится. Приобретите, не пожалеете. И следующие мои покупочки — это от Just Jeans, кому как больше нравится. У меня это вот такая вот кисточка. Давно хотела скошенную кисточку, чтобы она была не плотно набита и не легко набита, а была такая вот как раз таки средняя. И вроде бы это как раз вот то, что я хотела, попробовала в магазине. Это номер 11, профессиональная кисть, предназначена она для румян, но взяла я ее себе как для контуринга. Изготовлена эта кисть из ворса черной козы, скошенная форма для удобства и так далее и тому подобное. И это профессиональная марка косметики, кто давно знает, тот меня поймет. У них действительно есть и очень крутые продукты, но чего стоит только помадка для бровей в 318 оттенке, но сейчас не об этом. Взяла я эту кисть и очень рада. Что могу сказать, пользуюсь я, естественно, ей там 2 или 3 раза попользовалась, и с нее лезут ворсинки, но вот сейчас я провожу, вроде бы как бы ничего нет, и крупные, и мелкие лезли. Я думаю, это может вот в первое, когда вы открываете из натурального ворса кисточки, может что-то вылезть, то, что плохо закрепилось, но в дальнейшем я очень и очень надеюсь, что меня эта фирма не разочарует, и в очередной раз покажет свое действительно достойное качество. Ну а кисть сама по себе для контуринга, она действительно классная, она очень легко наносит и не делает пятен. И следующее — это вот такая вот жидкая помадка, жидкая стойкая матовая помада, тоже от Just, попробовала ее в магазине, и мне она показалась очень и очень и очень интересной. 5 мл здесь у нас, сейчас я вам покажу цвет, и вы сами поймете, о чем я действительно говорю. Цвет у нее такой пыльной розы. Естественно, муссовая такая консистенция. Когда высыхает, она становится абсолютно матовой. О, кстати, видите, вот все-таки какая-то ворсинка вылезла. Блин, ну я надеюсь, все-таки качество меня не подведет. И она кажется хорошей кисточкой и не будет лезть. Ну, вернемся к помаде. Так вот, что мне в ней понравилось, а здесь вам не очень как бы сильно видно, и вообще можно сказать, она не передает всей красоты этой помады. Но вы видите мелкие такие блесточки, вот в макросъемке оно видно. На губах оно смотрится по-другому. Оно смотрится как такой вот цвет пыльной розы, которая дает переливом, золотым переливом. Очень и очень круто смотрится. Этих блесточек не видно. Во, вот так вот видно. Вот, наконец-то я нашла хороший ракурс. Ну, просто я посвотчила ее, пошла прогулялась, пошла руки помыла, смылась она мне только с мылом. Но какой-то жирный перекус, я думаю, она не выдержит, но кофе с пончиком легко. Но цвет, как она красиво переливается на губах, я вам серьезно говорю, это смотрится просто космически. Действительно, очень классная помада, и я ни капельки не пожалела, стоит она около 350 рублей. И очень и очень комфортно на губах, она не подлипает, как
как есть стойкие помады, которые смыкаете губы, и они подлипают. Нет, этого нет. По контуру легкое такое стягивание чувствуется, но оно проходит очень быстро. Она действительно очень комфортна на носке и очень красиво смотрится на губах. И цвет классный. Цвет, кстати, это вот 38-й. Очень классная помадка, и вот из нюдового это был единственный оттенок, хотела еще такое с бежевинкой, но вот она как бы одна. В общем, классная помадка, я взяла ее как альтернативу Эвелин. Никогда не думала, что мой город это бьюти-дыра, потому что ходила Магнит Косметик, обошла половину, наверное, в своем городе и так и не нашла помадку от Эвелин, которую действительно хотела потестить, ее очень хвалят. Ну вот нет у нас этих помад, и я даже больше скажу, продавцы и слухом не слыхивали о таких помадках, которые с карандашиком, я имею в виду, нашумевшие на YouTube, вот их как бы у нас нет. Но я ни капельки не жалею, что приобрела эту помаду, она действительно очень и очень хороша. Следующее мое приобретение, это уже с сайта iHerb, очень классные вещи, сейчас я о них тоже подробно расскажу. Это вот такая вот кисть от Real Technique, ссылку по возможности я оставлю под видео. За этой кисточкой я давно гонялась, это великолепная, лучшая кисть для хайлайтера, я вам серьезно говорю, она как бы не сильно набита и не слабо набита, она прекрасно шлифует, прям вшлифовывает ее, получается обалденное свечение. Действительно очень и очень крута. Долго я искала кисть для хайлайтера, которая великолепно бы работала. И вот это как раз таки она. Я ей очень и очень и очень довольна. И вот такой вот гель. Он мне достался в подарок. Это гель Aloe Vera. У него, сейчас покажу вам консистенцию. Вот такая вот консистенция. Она такая консистенция такого как бы желе. Такого как бы... У него консистенция желе, как кусочками, она очень-очень напоминает натуральное алоэ. Кто видел натуральное алоэ, его когда выдавливаешь, он тоже берется вот такими вот микрокусочками. У него приятная, у этого геля ненавязчивая такая душка, ну и в принципе со своими задачами, какое-то раздражение, он тоже неплохо справляется. К тому же могу сказать, что конкретно этот гель, он очень и очень бюджетный, стоит он где-то порядка 200-300 рублей на iHerb, а ссылку на него тоже оставлю в инфобоксе. И единственное, что вам может не понравиться, но в принципе не понравится, может все что угодно, это консистенция вот такими вот кусочками, мягко, вот такими вот маленькими кусочками, или вам не понравится душка, но это опять-таки все индивидуально, а мне этот гель очень и очень понравился, в принципе неплохая альтернатива холики-холики, но там консистенция более жидкая, а более гелеобразная. И следующее средство — это тушь от Релуи, маскарад в оттенке баклажан, объемная тушь. А что могу сказать о ней? Мне она понравилась, ну, как бы не очень. А что касается баклажанового оттенка, то я вам сейчас покажу. Покажу вам щеточку и сам цвет. Вот, как вы видите, он даже на камере не особо и передает этот цвет. У него есть легкий баклажановый цвет, но на ресницах этого, в принципе, особо и не видно. Щеточка, как вы видите, пушистая, не силиконовая. И делает она объемные реснички, в принципе, неплохие реснички. Какой-то драмы вы не добьетесь, потому что это все-таки баклажанный цвет. Но могу сказать, защиту эту тушь она немного вытаскивает. У меня зеленые глаза, и зеленый пигмент она вытаскивает и подчеркивает. То есть что-то она делает, в принципе, и это мне в ней нравится. Но и также из минусов могу назвать то, что она осыпается, отпечатывается. Это тоже огромный минус. Да, я буду ей пользоваться, в принципе, она неплоха, но второй раз, естественно, не куплю. Это белорусская косметика, кто не знает, и стоимость ее в пределах 300 рублей. Ну и последнее, что хотела показать, это вот такие лаки для ногтей. Кто меня смотрит, тот знает, что я недавно получила приз с сайта Joy by Joy, и эти средства были у меня в подарке. Весь подарок я протестировала, у меня есть видео на канале. Лаки я не тестировала сразу, сказала, что потом скажу свое мнение именно об этих лаках от Lumine. Позиционируются они как лаки с гелевым эффектом, даже здесь написано, просто заклеенный такой гель-эффект. Что могу сказать, это обычные посредственные лаки, никакого гелевого эффекта нет абсолютно, вообще, от слова вообще.
К тому же они, да, они прекрасно наносятся, не плешивят, сравнительно недолго сохнут, но опять же тут все познается в сравнении, есть лаки получше. И могу сказать, если я, например, накрасила их вечером, к утру уже у меня белая обводочка, белая каемочка идет по ногтю, то есть они абсолютно не стойкие к вечеру, вообще практически уже надо стирать, потому что они абсолютно все уже облущились, либо стерлись, стираются тоже они, кстати, по-разному, какие-то облущиваются, какие-то просто вот постепенно стираются, но это буквально вот за день происходит, поэтому это абсолютно посредственные лаки, даже скажу больше, это хуже, чем посредственные лаки, мне они абсолютно не понравились, кроме красивого цвета, в них нет ничего особенного. Ну вот, в принципе, это и все покупочки, которые я совершила за последнее время. Также рекомендую вам к просмотру первую часть этого видео и лайфхак, как сделать скраб в домашних условиях. Это тоже очень может быть интересно. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы со мной. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И всем пока-пока!